Петербургские художники встали на защиту русской глубинки. В выставочном зале Московского района открылась экспозиция «Жила-была деревня». К сожалению, поколение белых воротничков забывает. Хлеб на принтере не напечатаешь. Малую родину любить и сохранять нужно. Об этом напоминают авторы выставки «Жила-была деревня». 9 художников представили свои работы, написанные на пленерах в деревнях Ленинградской области, Русского Севера и Урала. Все мы родом из деревни, корни наши оттуда. И, наверное, генетический код каждого говорит о том, что деревня – это хорошо, это интересно. Остро ощущая это, современные жители деревень пытаются сохранить каждый кусочек памяти, говорят художники. Люди обращают внимание на ценность того, что им осталось от предков. Простые бытовые предметы, простая архитектура, родной поселок, родное поселение. Они этим очень дорожат. Экспозицию «Жила-была деревня» в выставочном зале Московского района можно посетить до 15 июля.